Здорово, танкозавры. Ну чё, сегодня на обзорчике один такой прекрасный боёк. Вот. Ну, игрок наиграет на Маусе. Зезукс с Корма 2. Может, кто-то его знает. Ну, Корм 2, я думаю, все знают. Вот, поэтому, как бы, ну... Корм 2, я думаю, многие знают такой клан. Не знаю, сейчас он... Левша там ведет его, не ведет, но это без разницы. Суть не в этом. Суть в том, что, ну, я же не просто так показываю этот бой, да. То есть я показываю тут нагиб, скилл. Вот, поэтому, ну, тут серьезно, как бы. Тут как бы серьезно, вот. Попадает он на фьорды и стандартный бой. Ну, короче, я вам что могу сказать. Здесь пиздец просто. Тут досмотреть до конца, ну, это просто не то, что, ну, типа, надо. Не то, что, типа, если хотите, досмотрите до конца, да, видео там будет в конце пиздец. Тут прям, ну, прям 100% надо смотреть, потому что тут, блядь, Колобановы, Хуяновы, миллиарды тысяч уронов на Маузе, на фьордах, блядь. Такого я еще, ну, реально не видел нигде. Поэтому просто, ну, смотрите и охуевайте вместе со мной. Я его так маленько, этот реплей, просмотрел. Ну, так, для видео, конечно же. Пролистал, чтобы, так сказать, быть в курсе вообще дел, чего. Не понимаю, как он тут мантикора пытается что-то в этого. Там же очевидно, что он за камнем. Он думает, он подставится. И он... Что? Правильно. Он, блядь, был прав. Он подставился. Зезукс у нас... Зукс не ошибается. Зукс не ошибается, потому что, ну, Корм 2. Приезжает, короче, на стандартную позицию на своем маусятине. На стандартную позицию к тижам, да? И что тут будет делать? Да ничего он тут делать не будет. Будет вот спокойно Е4 дамажить. И со 7-го, хоп, с полувертухана в Е4 скинул, попал. Башню поддоворачивает под тайпа 5-го, чтобы не пробил. Да он и не собирался, в принципе, пробивать. Так, ну пока что ничего особого не происходит такого. Бои да бои, в принципе. Ничего такого не происходит, да. Вот Маус, ой, тайп подставляется. Кстати, этот выстрел я не понял. Сейчас мог на его так-то пробить. Что-то он как-то стрельнул косячно, короче. Что-то он как-то стрельнул косячно. Мне кажется. Но это не точно. Угу. Так, едет, короче, на тайпа 5-го. Отлично. БНЛДшечку, отлично. Не пробил. Подождите, ну-ка давайте отмотаем. Мне интересно стало, куда он его не пробил. Там же, блин, ТНЛД было под таким углом, как там можно было не пробить его. Что-то странно. Так, стой, подождите, а запись-то идет у меня вообще, нет? Да, вроде идет. Заебись, а пахнет пися. Так, вот, ну-ка. Вот, смотрите. Вот. Куда тут может улететь, блядь? Тут только в НЛД. 150 миллиметров брони. Ну, это не 150 миллиметров брони здесь. Да, реально, в НЛД улетело и не пробилось. Это жестко, кстати. Это, кстати, жестко, потому что, ну... Ну, потому что все это наши чувства, вообще-то. Вот. Так, ну, я думаю, все будет ебать этого тайпа 5-го, да? Раз через раз, конечно, пробивать, потому что, ну, как бы... под атаку пробьют, нет, как думаете? Ну, Е4-то, блядь, голдой по-любому пробьет. Вот САК не пробьет. У Мауса не такое охуенное пробитие, все-таки 311, но... Я бы вот сейчас, на самом деле, я бы сейчас стрелял бы в лючок. Вот, а не как он делает, пытаться пробить в башню. Я бы старался бы пробить в лючок. Наверное. Вот. Вот поэтому как-то так. Ой, нормально так залетело, кстати. Нормалек сейчас так залетело. Тай промазал. Бабаха. Если на бабахе ёбнет. Да, рискует, прям стреляет. Блин, по бабахе не попадает. Вообще не везет на самом деле. Моментами прям не везет. Ну, это всего лишь как бы начало боя, поэтому, ну... Такая, так сказать, развязка только идет. А, он фугасы зарядил? Он, наверное, даже сам не понял, как фугас случайно зарядил. Вот, кстати, по бою, что сказать. 4000 хп проебывает команда Зукса.
Вот, но... Ну, не знаю, короче. Не знаю, что тут, конечно, будет сейчас еще дальше. Вообще бабах много у них. Охуеть. 4 бабахи, это вообще как? Вот это забалансило, да? Нормально раскидывать пытается. О, заебись. Ну, сейчас бабаха вдвоем остались. И все, тайп ебашит вперед, смотрите. На, в каток и не пробивает в каток. Ну как? Мне даже самому сейчас стало непонятно. Как, блядь, можно не пробивать этого тайпа? Сколько раз он же его не пробил? И все, пиздец. Наш игрок остается один. Да, вот тут уже видно, что он как бы, ну, заебался не пробивать. И прям четко выцелил. И поэтому как бы, ну, залетело. Бабаха пишет некрасивые слова про нашего игрока. Так, вот эту шотную бабаху надо бы забрать. Да, но она не поставляется. И сейчас, сука, фугасом, наверное, больно даст. По зуксу. Главное, чтобы не пробила. Ой, она вообще промазала, лохушка. Ему надо Е4 облочить. Да, правильно делает. Хорошо забирает, но Е4 все-таки успевает дать тычку. Угу, хорошо тайп не пробивает. Так, и тут против него 3 танка, и сзади еще гриль едет. Ну это вообще пизда. На. Ага, хуй. Не забрал. Так, пытается пробить. Не пробивает. Странно, суф. Я не понимаю, как бабаха ему урон не наносит фугасами. Это вообще жесть. Но танкует он знатно, знатно, видимо. Еще и сзади грилью, посмотрите, один против четверых ебашится. Ему надо срочно стволы минусовать. Вот это, кстати, жестко залетело. У него как будто бы серверный прицел стоит. Или нет? Ну, есть просто такое ощущение. Или нет, блядь? А где он вообще тут показывается-то, где он стоит-то, ебаный сыр? Это серверный прицел. Короче, ладно, хуй с ним. Да, он гриля ебет, короче. А, он уже тем временем и тайпа убил, да? И тайпа, и бабаху. Все, один против гриля остался, у него 5000 урона. Команда в полной жопе по факту происходит какой-то. Так, ну гриля, я думаю, ему не составит труда сейчас убить. Тут главное вот еще БЗ-175 вот приехать. Да, блядь, эти две бабахи еще могут очень легко приехать. Да, ну, конечно, без доли везения тут не обойтись. Вот тут сквозь танк нахуй пролетело. Гриль уже от безнадежности зарядил фугасы. Я бы на него месте прямо сейчас поехал на гриля. Да-да-да, он что-то прям стоит, танковал. Я бы прям сразу на него поехал бы. Вот. Ну, сходу танковал бы. Чтобы он не уехал. Видите, он уехал сейчас. И сейчас за ним придется либо гоняться Маусу нашему, либо отпускать. Гоняться, ну, вряд ли получится, потому что, ну, блядь, со скоростью Мауса сейчас бы гоняться за грилем. Поэтому придется его отпускать. Хотя, вот, подставлялся. Как бы он-то. Как бы он немного подставлялся. Не понимаю, куда он там целит. Там же дома. Ну и все, короче, Маус и Старве остаются вдвоем. Ну это пиздец. Я вам хочу так сказать. Это вообще пизда. Сейчас он подставится, 100%. Эх, немного пониже надо было стрельнуть, так бы ебать залетело бы. Сочно. Но я так понимаю, что Мантикор... Ой, из Старвехи еще пизда будет. Хотя не факт. Нет, факт. Мантикор ебет его. Мантикор его ебет и... И Старвехи сейчас заберут, да? И он останется 1 в 5. И Зукс останется 1 в 5. Все. Произошло забирание. Вот горелечек. Оп, сюда его. Мантикорка вылетает. Вообще 509 может альфа пройти по факту. Ну-ка. Блять, сука, альфа вообще не везет, не проходит у нашего зукса. Сейчас базеха приедет почти фуловая. Вот это проблематично. Я не помню, что у него там по пробитию, но, по-моему, такое нормальное достаточно пробитие. Там вроде кумулятивные снаряды у него. Голдовые. 650, да, голдовый кумулятивный снаряд, но не пробивает. Я не знаю, как это он будет вывозить. Мантикор врывается в спину, но... Получится, нет, забрать. Эх, не успел. Вот, блядь, две бабахи, одна фуловая, у другой 400 хп, надо поняться. Блять, везет ему просто пиздец, вы посмотрите. Забирает шотную бабаху, вторая не пробивает. Еще она же и сама, блядь, и вторанилась на 487. Он таранит ее, 1000 урона остается. На, дает. Мантикор
Мантикор, блядь, он еще и спиной Мантикора танкует. Посмотрите, что. Мантикор фугасы зарядил, блядь. Бабаха сваливает, БЗшка на него. Да, главное, чтобы бабаха в спину не дала. Шот. Иначе это... Бабаха утонула! Бабаха просто нахуй утонула, блядь. 6 фрагов у нашего игрока. Забирает. Он сейчас БЗху заберет. Нет, она не утонула, смотри-ка, что. Смотри-ка, что она пытается выехать. Ёб твою мать. Ой, пробил больно. Ой, пробил больно. Сейчас главное от бабахи не получить. Но он не получает, вроде хорошо. Мантикорка непонятно куда уехала, кстати. Да, и тут уже просто на характере выходит. Но он на характере выходит, чтобы ее утопить. Ну или забрать, конечно же, понятное дело. Ну все, она тонет по факту. Ага. Вот этот подставляется, это опасно. Это опасно, он делает 7 фрагов, кстати. 550 дает фугасом. Даже фугасом альфа не прошла. Вообще, ну... Это жесть, конечно. То везет, то не везет. Хотя 630 средний урон. А 550 прошла. Бывает и такое. Ну все, он утонул. У Зукса 10 тысяч урона. Держу в курсе. Ну, смотрите, вот сейчас по факту Мантикор шотный. Ну, наш Зук сейчас что будет делать? Ему остается только вставать на захват базы, и все. Сейчас он, если минуты за две приедет до базы, встает на базу, захватывает базу, и все. По идее. Вот, а Мантикорка может, конечно, где-то сбить там с кустов. А-а-а! Ну, понятно. Мантикор, блядь, был немножко глуповатый. Так, ёб твою мать. Ёбаный сыр, блядь. Результаты. 10632 урона, также осталось 8 фрагов. Колобанов, естественно, мастер. Редли Уолсон. Воин, Калибр, остальная стена. Командные результаты. 1654 опыта. Блять, что так мало опыта дают? Я вот сколько уже реплеев пересмотрел. Дают мало опыта. Реально. Чел просто десятку въебал нахуй с десятыми уровнями. Одноуровневый бой. На маусе 10 тысяч урона. 8 фрагов. Колобанов. У него 1654 опыта среднего. Ну, не среднего, а чистого, блядь. Прикиньте, это вообще пиздец. На фулгалде стрелял, еще и 61 тысячу пофармил. Все, вот как-то, короче, какой-то такой боек был. Поэтому, если вдруг кому-то что-то понравилось, какой-то комментарий хотите оставить, что-то по этому поводу, да? По поводу вообще этих записей, этих боев, нужно или не нужно их выкладывать, нравится, не нравится ли вам смотреть. Вот. Поэтому все предложения я, короче, читаю, да, все я смотрю. Вы, главное, пишите. Вот, а я там уже, ну, сориентируюсь. Все, всем пока, не болейте.